Первое, да? Да, я чувствую, что он там. Я уверен, что он там. Чем чувствуешь? Чем сам? Давай третий. Третий, да? А давай я его... Кирилл так сказал. А ты так-то мог купил. Коробки удачи против Black Sky. Кстати говоря, вот и... Ты что делаешь? Ребятки, сегодня у нас будут вот такие вот коробки удачи. Все вы знаете, какое это шоу. Я год назад его снимал с Сабовинским. И сегодня у нас снова коробки удачи. Сегодня у нас будут ножевые раунды, перчаточные и рофла раунды и так далее. И самое главное, у нас будет последний раунд. Также, кстати говоря, у тебя будет две подсказки. Одна, получается, помощь друга и одно халявное стирание. Да. Ну, может, он там, его интуиция и так далее. Но на последнем раунде, где будут, кстати говоря, Невилес скины, да, ты не можешь завязать, получается, ни помощь друга, ни халявное окно стирания. Короче, ребятки, суть вы поняли. Всем приятного просмотра. Запасаемся чем-нибудь вкусненьким. Всем приятного просмотра и... Погнали. Так, вот мы уже в коробках. Удачи, Антончик! Внутри прямо? Прям в них, да. И выбирай сразу же, какую мы будем. Значит, мне нужно собрать коробочку. Три в ряд. Подряд. Ну да, да. Ну, я уверен, что у тебя с интуицией все плохо. Ну, кстати, тут чисто интуиция. То есть, ну, как бы тут на рандоме, ну, вообще не выиграть. Какой первый? Нижний ряд. Ага. Левый. Вот это, самое, да. Ну, самое первое. Да. Ее стираем, да? Потихонечку. Ой-ой-ой. Это что такое? Это М-ка. Это М4 Некромансер. Ага. Кстати, ну неплохо, слышишь? Теперь нижний ряд. Ага. Вторая. Ну ты гений, слышишь? И теперь? Нижний ряд, третья. Что думаешь? Реально? Да. Лошарик. Антончик, у тебя есть попытка сейчас выиграть М4 Некромансер, ну, либо ничего. Я... Ай, локтем уебался, Антоха. Давай стирай, давай работай. Так, я знаю, как... Я тебе твою повязку порву сейчас. Я знаю, кстати, где он. Где? Третий. Вот он? Да, он тут. А-ха, лох! А где он был? Вот 100% здесь. Нет, он был вот тут. Кстати говоря, ты мог завязать одно халявное стирание и... И ничего не выиграть. Нет, ну и мог выиграть. Кстати, в ряд стояли во втором ряду. Хорошо, в следующем ряду тут в ряд. Ну ладно, первый раунд у нас закончился, и мы переходим ко второму раунду. Второй раунд у нас начинается. Ты точно готов? Антон, соберись. Я собрался. Погнали. Центральная. Начинаем с центрушки. Центрушку всегда надо стирать. Вот это? Да. О, кстати, я также мыслю. Ой-ой-ой. Статрековский Акер Некромансер. 1500 голды! Между прочим. Ну это... А теперь, знаешь что? Второй. Че второй? А второй. Просто вот это? А второй, да. Пожалуйста, нет. Подожди. Это не... Это Фьюри. Это Найт Фьюри. Ну, слушай, если ты сейчас сотрешь либо Некромансер статрек, либо Найт Фьюри статрек, у тебя будет попытка... Ага, вот сюда. Не, я на них показываю. Да. Ты думаешь, я тебе... Не хочешь, подскажу? Давай. Я даже не знаю, где эти скины находятся. Слушай, неплохо, реально. Подсказал. Не, реально не знаю. Давайте, получается, третий ряд, второй. Вот этот? Да. И смотри. Опа. Ну они так в разнобой, понял? Шли. Вот так вот. Опа. Да, хреново. Они шли вот так, и вот тут все шло в ряд. Это лотерейный билет, билет это вообще. Это рандом, чистый рандом. И ты во втором раунде тоже ничего не получаешь, и мы переходим к третьему раунду. Так, ну че, Антончик, у нас следующий раунд? Не, реально, а че это такое? Это что? Подожди, а вот этот сотру. Это чё? Мак, ты можешь мне сейчас объяснить, что это вообще такое? Подожди, давай загуглим. Секунду. Что такое? Warface многопользовательский онлайн-шутер. Не может быть! О! Да! Это же Warface! Тебе интересно, почему он выпал прямо сейчас? Да потому, что там стартовал весенний сезон Легенды, где совместились самые яркие события и море интересного контента. Я уже поиграл, и в Легендах меня особенно впечатлила сюжетная PvE-миссия Каньон Разоблачения. Новая PvP-карта Антенна в режиме подрыв. Очень крутые штуки. О! А еще разработчики добавили новую броню профи,
тоже супер вещь, чтобы ее получить, тебе нужно победить в рейтинговых матчах, и все, броня твоя, прикинь. Кстати, в новом сезоне появится новый персонаж, майор Уортон. Тот самый легендарный генерал, которого все так и любят. А еще добавили оружейную серию в стиле сюжетной миссии «Белая акула». Кто тут любит награды? Заходи в новый боевой пропуск и выполняй задание, чтобы получить серию метового оружия в стиле миссии «Опасный эксперимент». Скорее залетай в игру и успевай затестить все новинки сезона «Легенда». Специально для тебя по ссылке в описании оставлю бонусы, чтобы ты мог почувствовать себя наравне со старичками игры. Но если ты так играл раньше, то для тебя тоже есть бонусы. Зацени, как изменилась игра, и залетай в новый сезон прямо сейчас. А еще не забывай заглянуть под ролик, ведь там тебя ждут бонусы от Warface. Там 10. Третий раунд, Антончик! И я надеюсь, то, что тебе твоя интуиция поможет проиграть, как обычно. А попей, хочешь, попей колы, она не, поможет. Не, не хочу. А, нет, ты как Иван Золотов. Почему? Не, да, шучу. Ты за 1 000 000 рублей выпил бы? Давай, как? Пошутил я. Ты движняк или порожняк? Мешает. Вопрос отвечает, ты движняк или порожняк? Не движняк. Меднись за колой 2-литровой. Чё ржёшь? Давай. Чё ржёшь, чё тебе дать? Вот, на, изи. Я чё тебе, жена твоя? Давай, меднись за колой. Давай, сам. Кабанчик. Слышишь ты? Давай, крути. Енотиком сейчас меднись. Давай, третий, снизу. Вот этот? Да. Ой-ё. Кстати, он дофига. FNFL Феникс! Я надеюсь, ты его не получишь. Потому что ты лох. И шутишь про Дигла, а все лохи шутят про Дигла. Давай. Все шары, что Дигл. Второй. Крути. Фамас Фурис. Ну смотри, у меня есть еще шанс. Шанс еще реально есть. Да, шанс есть. Поэтому мы открываем первый. Первый? А, да. Нет, давай не первый. Нет, нет. Да. А давай первый. Нет, давай вот, может, вот седьмой. Вот этот. Первый. FNFL Феникс Райзен. Слушай, у тебя есть подсказка помощь друга там, например? Ну, думаю, надо ближе к концу, наверное, завязать. Ну, хорошо, ближе к чему концу? Хочешь к моему концу? Давай. А вот я седьмой хочу, как ты мне посоветуешь? Седьмой? Ну, да. Ты что делаешь? Фамас Фьюриса. Ну, слушай, ты можешь воспользоваться фигнёй, чтобы это... Ну, слушай, учитывая то, что FNFL Феникс реально дорогой... А ты что, подарок скинам ещё будет подарок? Да. Она под... А, будет? Ну, да, впереди на живой раунд перчатки. А, ну я уже там завязаю. Ну, то есть ты, ну всё, да? Ну да, то есть ты лох. Чё? Где? Вот я изи выиграл. 2-4. Да, держи 5, математик. А, я думал, ты меня забайтишь. Нет, ты же лох. Антону в третьем раунде не повезло, и мы переходим к четвертому. Не повезло раунда. Четвертому раунду. И вот он! Наш прекрасный четвертый раунд. Живой или какой? Прекрасный раунд. Погнали. А вот давай шестой. Просится, что надо открыть. Шестой? Внимай. Хорошо подумай. Хорошо подумал, шестой. Опа. Сотрек, нет? Опа! Статрек! Статрек! В смысле? А почему здесь не Статрек? А потому что так задумано нафиг. А давай пятый. А давай не давай! Пятый посередине. Ну да. Опа! Блин, тебе везет что-то, слышь, ты два скина, ну типа два одинаковых. Слушай, а он сколько стоит примерно? Он 4000 голды стоит. Ну, нехило. Два, я спасал. Ну, а теперь первый, сразу... Нет, нет, подумай. А первый, я серьезно говорю, я подумал. Если вот так представить, то тут, ну типа, так вот два яичка, а тут как... Первый. Если так представить, и у тебя два яичка. Доставай. Давай, 100 тысяч лайков, ребятки, и Black Sky покажет свои яйца. Слушай, неплохой байт. На яйцах решил нажиться или что-то? Ладно, первое, да? Да, я чувствую, что он там. Я уверен, что он там. Чем чувствуешь? Чем сам? Это может быть... Это он. Не, это он. Это он. Это он. Первый. Блин, как ты угадал? Да я говорю, почувствовал вот этим самым. Реально? Да. Реально. Слушай, это вообще очень метко. Блин, ты такой жесткий, Антон. Да, ты прям почувствовал. Я говорю, почувствовал, что тут байк. Я чувствую, что что-то не так, подвох. Ладно, Антон, в хотя бы изичном раунде, где не надо думать, тебе повезло. Я клянусь, не знал, что ты такой даже есть. Мы идем покупать Антону Black Sky. Погнали, халява звук. Юстон Голд, статрек. Ну чё, Антоша, ходячая галоша, мы
тебе покупаем USP Stone Gold 100 трейковский, кстати говоря, он стоит 3000. Кстати, ну это беспроигрышный, это был беспроигрышный, да, приз? Ну, только так ты можешь выиграть в этом шоу, да, нет, как я понял. Постараюсь. Ну да, ты главное постарайся, и я задонатил тебе уже голды, и покупаем USP Stone Gold 100 трейковский, 4000 голды минус. Что за тяги бархатные нам продал, и погнали дальше. Итак, у нас 5-й раунд. А я предлагаю, знаешь, что? Ага. А я предлагаю тебе, ну, не разговаривать, а стирать. А ну давай. Все сразу. Все сразу? Давай. Слышь, давай по приколу вот так вот. Первый, пятый и девятый. Давай. Ты реально? Давай. Серьезно? Серьезно. Ты уверен, первый, пятый, девятый? Да. Тебе вообще пофиг? Нет. Ну ладно, давай пятый, и потом ты подумаешь. Пятый. Ну что ты сделал? Да я ничего. Где подсказки от ведущего? Так я вот тебе сказал первый, пятый, девятый. Что дороже? Крабикла, бабочка Кама. А первый раз стирай. Полностью? А полностью. Ну на этот пока. Слушай, Dragon Glass, керамбит Dragon Glass. Нормально, нормально. Нормально. Нехило так сказать. А так сказать. А ты так того купил. Так, у тебя есть шанс? Я покажу. Нихрена. У тебя есть шанс Dragon Glass выбить. Ну слушай. Вот, ну сейчас реально надо. Вот сейчас реально, но я думаю, что. Ну ты вот чувствуешь очком? Девятый. Точно? Ну да. Бабочка Кама. Кстати, где он был? Как ты думаешь? Я чувствовал, что здесь керамбит, кстати. Вот тут? Да. Ты думаешь? Да, мне так чувствую. Нет, тут бабочка Кама. Ну я говорю, бабочку чувствую. А где ты думаешь керамбит сейчас? Третий. А остальные два что? Остальные два, это у нас М9. А, ну я хотя бы на М9 не наткнулся. То есть это плохо, да? Не, наоборот, лучше было бы, чтобы ты на него наткнулся. Мотивации было бы больше. Ну ладно, Антон, в этом раунде ты ничего не выиграл. И у тебя, не забывай, есть две подсказочки. Помощь друга и одно халявное стирание. И мы перемещаемся к 6-му раунду. Это перчаточный раунд. Перчатки, надо эти перчатки раздуть. Одни перчатки, мальчик. Лови мои руки, мальчик. Они это у тебя. Покажи свои руки. Это они у тебя сенс. Голые. Надо на них надеть перчатки. Где голые? Вот. Не голые. Одеты. Обутые. Покажи, что это? На тебя что, голуби чернилами насрали? Так. Седьмой. Седьмой? Да. Ну первый все рандом, как бы. Че, в седьмой класс пошел, думаешь, что не понял? Ну да. Мам, поздравляю тебя. Спасибо, спасибо. Красава. Скоро восьмой же. Ну это повезло тебе. А стираем-то какую? Седьмой. Че седьмой? Класс? Просто класс стилит? Седьмой бокс. Раз, два, чё, три, четыре, пять. Да стирай уже. Шесть, восемь, девять. Я до шести только умею считать. А восемь, девять это чего? Ну семерку мы пропустили в школе. Давай семь. Давай. Да крути, открывай. Открываю семь. И это у нас голос. Они правда дешевые, 1200 стоит. Дальше. Так, ну, блин, мне не хотелось бы, конечно, брать. Я сказала, стартуем! Давай второй. Чё, класс? Ой, чё второй? Ну, давай второй. Ну, второй, подожди. Ну, первое слово дороже второго. Ну, ладно, давай второй. Не, ну ладно, давай, подумай. Раз ты тупенький, подумай. Четвёртый. Четвёртый. Ну, кстати, они очень дорогие. Аутум. Вот мне кажется, мне нужна помощь друга. Мне кажется, тебе нужна вообще помощь мозга твоего. А когда друг стирает, да? Это же не засчитывается, он бросает. А еще одна рандомная, да? Нет, друг засчитывается. То есть, ну, тут интуиция. А, нет, друг, это тоже, грубо говоря, как халявное стирание. А, реально? Да. Друг. Опа, помощь друга. Друг, здорово. О, здорово. Мы тебя знаем, Ахмед же зовут. Давно не виделись, брат. Так, ну че, друг, ты сегодня помощник Антона. Кстати, вы давно знакомы? Очень. Лет с 10 лет ползали вместе. Реально? Да, да, да. Давай, друг. Давай, стирай. Твоя интуиция. Нужно выбить вот эти, конечно, желательно белые. Вот нацелься на них. Вот, но они где-то вот тут. И ты должен по интуиции 3 на 3, грубо говоря, как крестики-нолики, пофантазировать, Ахмат, где же они могут быть? 3 на 3. Это, кстати, мой друг. Полный рандом, разброс, да? Да, рандом. Рандом. Рандом, да насрать, дай кости. Не, да я сотру, не, это сейчас. Ладно, давай. А посылку делается? Говори, какую? Самую верхнюю справа. То есть это получается третье. Вот это. Да, третье. Вот это. Да. Белые, пожалуйста. Это не белые. О, бросил хотя бы. Ну хотя бы повторка. Получается, если я сейчас еще одни такие. Блин.
Ну, слушай, вот сейчас вы уже вдвоем думаете. Так подожди, у меня еще одна, я могу еще потом завязать сверху. Да. Да, я думаю, вас... почему-то вот именно с зелеными перчатками, как души не чай, это не называется, я думаю, зеленая посередине. Ты думаешь посередине? Да. Посередине. Слишком предсказуемо. А ты что думаешь, Антон? Да, я думаю, хотя, в принципе, всем пофиг, что ты думаешь. Ладно, давай центрально. Да, я продолжу. Так, и теперь, ребятки, друг Антона продолжает это шоу. Новый участник, ребятки. Одевай повязку и поехали. Никто не узнает. Да давайте быстрее тут! Раз, два, три, четыре, пять, шесть клеток всего лишь. Давай центрально, давай центрально. Давай центрально. Вас чувствуешь? Ой-ой-ой. Блин. Так все, у вас теперь... Теперь любой выбор. Любой выбор. Нет, нет, там еще три других. Там еще одна пара перчаток есть. Вам либо эти выбрать. Но если вы попадетесь на другие перчатки, вы ничего не получаете. Это вообще будет тильт. Жалеешь, да, что меня позвал? Нет, не пофиг, мне вообще по кайфу сейчас. Ты вообще любые левые перчатки назовете, и вообще по кайфу будет. Я хотите вам подскажу? Давай. Я не знаю, где. Давай, девятая либо первая. Давай на камень-ножницы. Кто выигрывает? Если я выиграю, то девятая, если ты выиграешь первая. Давай. С одной надо попытки. Ну, первый ножницы. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Найс, получается девятый. Ну погнали. Девятое? Уверен. Да давай! Вот. Вот прям уверен. Давай, ну я потихоньку стираю. Ну ладно, нормально, нормально. Это уже выиграли, уже выиграли. Да, это выиграли. Поздравляю нас. О, на, спасибо. Я так рад. Смотри, у тебя есть еще халявное, получается, стирание. Одно. Ты можешь его завязать и выпить, может, перчатки. Зачем? Я лучше пробую на следующем завязать. Тогда как думаешь, где они были? Я думаю, на первом. Да? Да. И ты абсолютно не прав, Антон. Слушай, хорошо, я выиграл камень. Ведь они были в ряд. Прикинь. Кто заставлял? Покажите мне. Так, Антон, погнали покупать тебе перчатки. Погнали, залутал. Ну, хоть нормально. Да. Ну что, Антоша, у нас да. Победил ты хотя но бы. Не... Наконец-то! Я хотел, честно, белые постараться выбить. 1200 голды, кстати, фасил стоит. Нифига себе цена. Да, была. Да, не офигенно. Это очень классный перчик. Кстати, ну да, кстати, ну, они для обмана как будто бы делались. Вот на самом деле, мне так кажется. Ну, они такие, как СКС-ки, кейсерские, ну да. Все, я занатил тебе голды, покупаем тебе перчатки и погнали. Дальше к коробкам, удачи. Ребятки, у нас седьмой раунд у Антона. Да, тайминг сделал рукой, оно само появилось, ты понял вообще? Конечно. Седьмой раунд, Антончик. Ну давай, вот просто вот, ну говори, ну что ты, ну ты лох, ты не выбьешь больше ни одного скина. Ты только при помощи друзей можешь что-то выбить. А вот так вот, по диагонали. 3, 5, 7? А вот так вот, да. Давай тогда начнем с пятого. Ой-ой-ой, Керамбит Юниверс, Керамбит Юниверс. Блин, это хорошо, слышишь? Седьмой. Керамбит Юниверсик. Ты понимаешь, все Керамбит Юниверсик? Чё думаешь? Не, это рандом. Давай третий. Третий, да? А давай я его... Ты придурок? Чувак, там всякие, Не, я клянусь, я не знал то, что тут вот так вот по горизонтали ты... А там все собраться. Нет, ты на рандом тыкнул. Ну давай тогда открывай следующий, всё. Ну, ты выиграл Керамбит Юниверс? Реально? Да! Ты просто зарандомил с первого раза все! Прочитал просто, как открытую книгу. Как просто закрытую книгу, красава! Я просто не понимаю, как ты два раза подряд, как ты, вот как просто можешь зарандомить в ряд и выиграть Керамбит? Честно, полный рандом вообще. Ну это рандом, да. И мы заходим на рынок и покупаем тебе Керамбит Юниверс. 3250 голды, офигеть. Покупаем! И минус бабки, и погнали плюс, дальше! Плюс бабки, хотел сказать. Ну, для тебя, но не для меня же. У меня там минус бабки. Итак, ребятки, у нас уже восьмой. Мать его, раунд. Восьмой, и впереди еще два раунда. Один обычный, и потом финальный. И выбирай, Антон. А я вот хочу, ну что? А что ты хочешь? АЛКБ. АЛКБ. Ты хочешь опять зарандомить? А, нет. Я знаю просто здесь ответ. Давай в середину. Нет, второй. Давай сначала. Я серьезно, я прям чувствую. Ой-ой-ой, Кальдинастый Риус Татрек, он нормально стоит. Он 7 тысяч стоит или 8. Реально? Да. Так, теперь, я думаю, надо четвертый. Четвертый? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ты две... Да ты... Чё с твоей интуицией, чмо? Ты чё подарил? Не, ну реально. Два угадал. Так я третий сразу понял. Давай, иди. Восьмой. Вот тут? Да. Нет. Это АКР, Toyers Red. И у тебя есть халявное стирание, я тебе опять же напоминаю. Я напоминаю, что третий это точно кайфовый. Берем третий, давай сразу. Ну просто, чем дольше думаешь, тем хуже получается. То есть ты используешь халявное стирание? Нет, оно бесплатное здесь. Это АКР 12 Риот Сапрэк. Ес! Ну чё, ты чё, понял, я уже под конец начинаю реально чувствовать? Только я это слышал. Ты выигрываешь АКР 12 Риот Сапрэк. Боже мой. Тварь. Антончик. АКР 12, я просто, я не знаю даже, сколько он стоит приблизительно, честно говоря. Нет, я тебе скажу. Ну, твои предположения, вот скажи. 1000-2-3 максимум. 1000-2-3? Да, 100%. Ну, я не знаю, я не верю, что он больше стоит. Это самый дорогой! Да, это самый дорогой. А я вообще его не замечал никогда, это недавно добавили, видимо. Задонатил 3000 голды. Найс. И покупай. Можем, хочешь с наклейкой? Да не, это мне не нравится, некрасиво скажем. Для коллекции. В смысле некрасиво, он красивый. Да, мне не нравится вообще, честно. Он, ну, он красивый. Ну, не, мне реально не нравится. Фигня, да он красивый, не гони. Все, погнали дальше к коробкам удачи. Погнали, Нейлнес сейчас залутаю, иди. Итак. Я просек фишку, кстати. Да? Да. У нас 9-й раунд тогда, это последний раунд, и у тебя есть еще халявное стирание. И... Последний, ты Нейлнес? Нет, предпоследний раунд, ну. Я понял. Предпоследний раунд, потом бонус уже финальный Нейлнес раунд. Смотри, четвертый. Я слушаю. Четвертый? Сразу стирается. Давай. Ага, М16 Avengers, Татрек. Она сколько, 1600 стоит? 4-5. 3 даже, 3. Смотри, 8-9. Давай сначала 8, давай сначала 8, я потом. 5-7 Poison. А, ну все, забей. Вэм Винтер Спорт. Ты так и халявное стирание не заложил? Да я хочу на Нейнесе это сделать. Нельзя на Нейнесе. Почему? Потому что. Не было в правилах. Было в правилах, пересмотри начало. Реально? Да. Хорошо, а, ну тогда у меня все равно шансов нет, да, получается? Да, ну хочешь просто по приколу. Давай первый, короче. Ага. О, и халявно еще последний. Нет, правильно. Пока смысл все равно. Не, если ты две стер, тогда можно. Было бы. А, ну ты не объяснил мне правила, я считаю. Да как мне тебе не объяснил? Если ты две стер. Короче, иди нафиг. Ты ничего не вывел. Давай центральную просто. И у нас последний. Центральную? И у нас, ребятки, последний. Последний. Ну это вообще жесть. И решающий. 10-й раунд среди Nameless. Скинул. Последний раунд Nameless скинул. Ну тут уже, как говорится, ты сам, я думаю, справишься. Да, я знаю. А тут тоже 4, да, получается? Нет. Тут 3? То есть без промаха вообще? Да. Давай четвертую. Ага. Знаешь, это? ТХ или В2. М40 монстр. Она, кстати, стоит 20 тысяч голды. Ну, жесть. На кону дофига 20 тысяч голды, и как бы главное не промахнуться, я думаю, что это будет. Главное не промахнуться! Не буду шутить. Да. Пятый. Это М40 монстр, второй. А шестой. Шестую? Точно? Ай, чармик. Блин, ну слушай, за такой на класс расти. Ну давай по приколу вот эту сделаем. Вот эту? Да, так. А, ну не. Второй чармик. И М40 монстр у нас был вот тут вот. Жесть. Да, и тут был, кстати говоря, еще и Глок Релик. И в финальном раунде Антоша, Галоша, Ковяжа, Картоша. Ты ничего у нас не выиграл. Ну слушай, я столько залутал, что мне хватит. Ну да, кстати, ты залутал нормально и меня немножечко, так говорится, по карману разорил. Ну, да ладно, как говорится, мы не унываем, а шоу сделан для того, чтобы подарить скинов, грубо говоря. Если... О, кстати, твой друг там сидит, смотри. Да ладно. Ну, вам, ребятки, всем тоже спасибо огромное за просмотр. Такой у нас ролик сегодня вышел с коробками удачи. Обязательно пишите в комментариях, стоит ли еще снимать коробки удачи. Обязательно пишите, кого пригласить в следующую часть. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Добивайте 1 000 000 подписчиков. Подписывайтесь на канал Black Sky, хоть это и не надо. И еще, ребятки, вот там вот вылез вот ролик, тоже залетайте на... Вот где ты вот прям сидишь. Вот тут вот прям вылез ролик, залетайте на него. И всем привет. И всем пока. Конечно.